За 60 лет в ЛКСМ преобразилось, в особенности, что касается дорожного движения. Кардинальные перемены коснулись пешеходных переходов, которых на этой улице в достатке. Правила дорожного движения сравнительно недавно были внесены изменения. На дорогах с двусторонним движением с двумя и более полосами в одну сторону знак пешеходного перехода должен дублироваться над дорогой. Дорог, подпадающих под это определение, в крае хватает. Нашлись они и в Железногорске. Вот, к примеру, 60 лет в ЛКСМ. У города на приведение в соответствие дорожной сети денег нет, а потому помог регион. В рамках программы повышения безопасности дорожного движения в Красноярском крае на 2014-2015 год Министерством транспорта предоставлена городу Железногорску субсидия на обустройство пешеходных переходов. Администрации Железногорска проведен аукцион. По результатам аукциона заключен контракт с обществом ограниченной ответственности «Красдорзнак» на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов. В рамках данного контракта предусмотрено 17 пешеходных переходов, установка 14 Г-образных стоек на 7 пешеходных переходах и 96 знаков повышенной яркости, 5-19 пешеходный переход. Регион на эти цели выделил 460 тысяч рублей. Город добавил еще около 100 тысяч. Г-образные конструкции на 60 лет уже установлены. Теперь продолжатся работы по установке знаков повышенной яркости. Тех, что на желтом фоне. На проспекте Курчатова, улицах Школьной, Саянской, Толстого и поселковом проезде.